Всем привет! Мы идем в университет, спешим на поезд, потому что он у нас через 7 минут. Мы даже сегодня не приветствуемся дома, потому что мы так спешили. Да. Ну все, мы побежали. Встретимся позже. У нас сейчас перерыв. Мы подготовили аналитический проект, только что еще раз прорепетировали. Сейчас будет на звездный час, да. Так что встретимся после нашей защиты, если так можно сказать. После университета мы пошли в супермаркет. Вот, сегодня был наш дебют. И, в общем-то, мы справились с задачей. Но немного был сюрприз, потому что, оказывается, тут обращают внимание на презентацию, но мы ее сделали так. Хорошо, но не отлично. Вот. И сейчас мы шопимся, поэтому я отвлекаюсь. Нам поставили 8 из 10, да? Да. То есть оценка хорошая. Но у нас была быстрая презентация, потому что мы думали, что 10 минут нужно на презентацию, а все там рассказывали по 20, по 30 минут, поэтому у нас была самая быстрая, и все равно получили хорошую оценку. Это главное. Да. Мы вышли со станции, это Университет Автономии де Барселона, станция называется. И мы только что ехали с Финном? Фин. Вот его зовут Томми. Вот, и он нам рассказал очень прикольные вещи про Финляндию. Ну, во-первых, там большие зарплаты, это всем ясно. Вот. Но вот за то, что он здесь просто учится, ему платят 500 евро в месяц. Просто поддержка. Вот. Это первое. А во-вторых, ну там даже чуть больше. Я забыла, что там еще им платят. Сейчас спрошу у Димы. А, и еще им платят каждому финну за то, что он фин, платят по 1000 евро в месяц. Это как государственный эксперимент. Но факт есть факт. Но он пошел успешно, все согласны. Да. Он каждый месяц получает 1000 евро еще, за то, что он просто фин. Еще за то, что он учится, он получает 500 евро. Не я важно где. Я это сказала. А, да? Да, я это уже рассказала. И потом просто мы в шоке. Он рассказал про зарплаты, что средняя зарплата 3-4 тысячи евро. Ну, мы уже офигели, это много. А потом он сказал, что с магистратурой где-то 5-6. Хи-хи. Вот так. 5-6. Но зато у них баночка пива стоит 4-5 евро в супермаркете. А здесь евро. А здесь евро стоит. Но, блин, если у тебя зарплата 5000, то я думаю, что 4 евро для тебя... Тебе хватит на 1000 баночек пива. Можно купить 1000 баночек пива в месяц. Мы только что посиестились и решили поехать в Барселону. Да, там сегодня открытие фестиваля. И мы посмотрим, что там будет происходить. Естественно, мы сейчас поедим круассанов здорового питания. Да. Завтра тоже сюда приедем. Сегодня посмотрим открытие. Приехали в
Барселону. Здесь очень много людей. Тут муравейник. Я еще не проснулась. Катя, когда как заснула, так еще до сих пор спит. Всю дорогу проспала. Да, я съестилась. Вот это наш фестиваль, на который мы пришли. Сейчас будем искать, где именно будет церемония открытия. Кать, на тебя похоже, она встанет. Копия же. И мы зашли, на секундочку, я попросила Диму зайти в магазин «Сфера». Это находится в торговом центре «Корт Инглес». Вот, он очень здесь большой, кстати, хороший магазин, потому что, ну, в общем, магазин неплохой, но почему-то в торговых центрах выбор очень маленький, а здесь очень много вещей. И цены здесь умеренные, вот штаны за 20 евро. Ну, в общем, недорого. Вот. Распродаж пока есть, но они только на летнюю коллекцию, и она уже мне не нужна. Все минус 30, и здесь, естественно, Катя. Ну, естественно, там, где минус 70, тоже Катя. Мы решили прыгнуть в соседнюю улочку, потому что по центральной вообще очень много людей. Я ее не люблю. Здесь, конечно, ситуация не намного лучше, но здесь как-то больше места. Не, мы сейчас выйдем, она широкая там. И кстати, здесь вот, если зайти в вот эти маленькие улочки, то здесь прикольные магазины бывают. Ну, какие-то не такие бренды. Местные, но... да, местные там магазины. Местные магазины, местного производства. Или просто там с Америки завозят самое прикольное. Вот, например, местная какая-то кафешечка. Вот здесь уже намного спокойнее. Хотя, казалось бы, вот улица, вот за вот этими стенами Ла Рамбла, то есть центральная улица, и там уже там тьма людей. А здесь вот, здесь как другой город, поселок. Мы зашли в Ванс, здесь очень классные портфели. Рюкзаки. Сори. Нашли здесь прикольный пенниборд. Мы его хотели купить всегда. Но он не пенниборд, а вот такой. Сколько он стоит? Стоит он 74 евро, но он такой тяжелый, внушительный. Это не такой, как китайцы продают. И еще рюкзачки. Могу сказать по поводу Ванса и всех таких магазинов. Вообще здесь в Барселоне очень много аутлетов. То есть можно купить оригинальные Вансы, но по цене на процентов 40 ниже. Вот, они будут точно такие же, и я вас уверяю, что никто не различит, что это какая-то старая коллекция, потому что коллекции у них постоянно повторяются. Ну, может, там куртки, кофты немножко другие становятся, но в общем все остается тоже. Вот, например, мы купили Диме в прошлом году кеды Ванс, и в этом году они там же стоят. Вот эти кеды, блин, нужно было снять, потому что там манекен прям стоял в них. Мы зашли в какой-то местный киевский вапшоп. Нет, ну смотри, рыбы. Еще есть перчатка в виде банана, ананаса и мороженка. Если вам интересно, то цена на перчатки 14.50. Но на сувенир это прикольно. На сувенир это интересно. Блокнотики. И подставочки под карандашики. Здесь пробник крема. Он закончился. Много таких, как ты.
сумочки? Это чехлы для айпада, но вообще, честно чехлы... говоря, это стильный клатч внутри. А еще я нашла такие классные косметички. Такие все миленькие. Косметичка стоит 14. Ну, дорого. Сумочка арбузик? Сумочка арбузик, ананасик. Разные сумочки. Наша Авроська. Да, у нас есть собака в Киеве, она выглядит так же. Или я ее давно не видела, или она выглядит так же? С румяными щечками. Это точно она. Из этого картона можно слепить вот такие интересные штуки. Постеров. И это прям как я рисовала логотип. Минималистические рисуночки. Класс. А смысл в этой книге? Это что? Смотрите, какой классный блокнот. Он как... Сейчас. Будто акварелью нарисован. Ух ты, как будто сидел кто-то и рисовал все да. В блокноте. Так понимаешь, что достопримечательности до Барселоны, это похоже, что это на... Нет, это не парк Гауди, это... Не знаю. Вот Саграда Фамилия, вроде, не-не-не. Но очень похоже. Вилка. Мы нашли книгу, где вот изображено то, что мы сегодня будем смотреть. То есть мы идем на открытие этого фестиваля, а он будет длиться 3 дня. И вот, да. Вот в чем Кстати, его прикол. Мы читали, что в Барселоне очень популярны вот такие вот игрушки маленькие. Это какающие знаменитости. Но мы их нигде не можем найти. Ну да, я их нигде не видела. Вот. Ну вот в какой-то в книжке... Fiestas de Barcelona, они здесь указаны. Пока что мы их не нашли. Насколько я помню, говорили, что они дорогие. Да, они просто какие-то очень супер брендовые. И это вот каталонская, как ее назвать, развлекуха. Мы пока что этого тоже не видели. Кому понравился этот магазин, он называется La Nostra Ciutat. Ну, это на каталонском. Наш город на каталонском переводится. Да. Здесь собралась куча людей, а потому что все ждут праздника, в принципе, но здесь демонстрация. А это что? Это, наверное, городской совет? Да. Да. Вот так вот, слышно ли было музыку на видео? Я не знаю вообще, как это воспринимается на видео, но вот вживую очень хорошо, потому что все улыбаются, все друг другу махают, подходят к деткам эти фигуры, постоянно им там машут, что-то их трогают, и очень интересно. Да, классно. Советую.
Продолжаем наш экскурс по хорошим мороженым магазинам. Вот, вернее, кафешкам. И это следующий пункт. Я опять это место нашла через Форсквер. А, Дима, кого ты нашел? И так, что я говорила? Мороженое. Мороженое, все, пошли. Пошли. Здесь очень интересные вкусы. Нам дали попробовать. И нам, да, нам дали попробовать то, что мы захотим попробовать съесть, да, дали попробовать. Очень вкусно. Угу. И еще здесь есть вкус крема каталана. Я знаю людей, которые очень любят крема каталана. А здесь есть мороженка такие. Вот так вот. Мы уже попробовали три вкуса, и пока что лидирует папайя. Инжир очень вкусный. Я, наверное, возьму инжир. Я возьму точно папайя. И сейчас что-то еще попробую и возьму. Как я и говорил, я взял манго и папайя. А я взяла инжир и кокос. Очень-очень, просто вот не передать словами, как вкусно. Это очень вкусно, это правда очень. Такие вкусы, такое ощущение, что вот просто ешь холодный фрукт. Вот даже тут не похоже на мороженое. Да, просто есть прикол в том, что вот есть мороженое, вроде как вкусно, но ты чувствуешь ароматизатор. Здесь все натурально, это правда очень чувствуется. Да. Такое мороженое, два шарика стоят 3,50. Дорого, 3,50, но да. Очень. Одна мороженка с двумя шариками, но... Дима, я тебе советую его кушать, потому что оно сейчас начнет течь. Мы пока шли и ели мороженое, нашли абсолютно бессмысленный, бесполезный магазин уточек для ванны. Это целый магазин уточек для ванны. Это Барселона. Здесь продается куча всякой ненужной хрени. Катя уже не может доесть. Да, два шарика. Кстати, я тоже, как ни странно. Сейчас нам помог, сейчас бы все съел. И Дима, на мое еще в магазине пошел бы и попросил. Мы сейчас идем на ту площадь, где была процессия. Там должна быть какая-то проекция на здание мэрии. Что-то должно быть интересное. Я, кстати, до сих пор хожу с мороженком, я не могу его доесть. Красиво? Очень. Это так красиво. Здесь все танцуют.
Мы идем на трен, будем ехать домой. Нет, мы идем сначала на плаца Каталония, а там сядем на трен. Огромный градусник, который показывает 20... Сколько? 4, да? 25. Почти 25. По-моему, 24. 24 секунды, да, 25. Ну, это чувствуется, на самом деле душно. Да, жарковато. В общем, у нас такая ситуация случилась. У нас закончились проездные на транспорт, и мы хотели купить новое, но у нас номинал только 50 евро, а там это не принимает, там максимум 20. И мы бегаем, чтобы поменять деньги, потому что уже без 10-10, сейчас все закроется. Если мы быренько это все не сделаем, то мы останемся здесь. Ну, я не знаю, ну, мы, конечно, мы что-то придумаем, но это будет неприятно. Пришли на трен, а наш поезд через 20 минут. А здесь очень жарко. Очень жарко. Вот Катя довольная такая, что жарко. Я уже мокрая. Мы вышли уже на нашей станции. И идем домой. Да. Все, всем пока. Всем пока. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если вам понравилась фиеста наша сегодняшняя. А вообще ставьте лайки. Просто так. Просто так, да, ставьте лайк. Все, всем пока. Всех любим, Тёма. Спокойной ночи, доброе утро, приятного аппетита, хорошего дня.